Всем привет! Мы продолжаем серию видео о том, как мы проводим свое маленькое путешествие из Анталии в Кемер. В прошлом видео мы показывали, как мы доехали из Анталии до города Кемер, сколько стоил проезд и какие виды нам открывались из окон автобуса. Если вам интересно посмотреть это видео, подсказка сейчас выйдет в углу экрана, а также я оставлю ссылку в описании на это видео. И сегодня мы с вами пройдемся по Кемеру и посмотрим, что здесь есть интересного. И в конце мы составим свое мнение и подведем итоги, так как об этом городе существует множество мнений и множество мыслей. Итак, ну что, пойдемте, начнем. И мы плавно передвинулись к одной из самых посещаемых улиц Кемера. На этой улице расположено большое количество магазинчиков. Мы уже по ней прошлись и заметили, что большое количество продавцов здесь говорят и понимают русский язык. С легкостью можно понять, что эта улица больше расположена к туристам, так как здесь большее количество ценников указаны либо в еврох, либо в долларах, а не в привычных нам турецких лирах. Эта улица разнообразна большим количеством магазинов, в которых есть довольно широкий ассортимент разнообразных товаров. К
каждый, кто хоть раз бывал в Кемере, наверняка узнает эти места. Мы подошли к одной из достопримечательностей Кемера, а именно белокаменная часовая башня, расположенная на бульваре Ататюрка. Это площадь средних размеров, на которой стоит монумент, памятник самому Ататюрку. В Кемере довольно большое количество разнообразных надписей на русском языке, как, например, это, та, что над моей головой меня улыбнула. Виагра для женщин, накормите бабулю, чтобы она не давала покоя дедуле. Довольно забавная надпись на русском языке.
А такая вот экспозиция «Странники в пустыне» довольно часто пользуется популярностью у туристов, которые фотографируются рядом с ней. Ну а мы постепенно двигаемся к морю по вот такой вот красивой дорожке с отличными арками. Пройдя по дорожке с аркой, мы плавно вышли к дому вверх дном. Такой дом мы видели уже в парке Фантастик, что расположен в городе Анталия, но снять весь парк нам не удалось, так как там было недостаточное количество людей. Кстати говоря, этот дом вверх дном работает с 12 часов до 8 вечера. И вот мы, постепенно прогуливаясь по городу, вышли к пляжу Кимера. Мы обошли не весь город, но достаточную его часть, чтобы о нем сложить свое впечатление. И по нашему мнению, этот город больше похож на огромный отель, в котором расположено большое количество туристов и мест, где они могут провести время. На наш взгляд, он довольно сильно отличается от Анталии, но каждому свое, у каждого свой вкус и каждому нравится что-то свое. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Также не забывайте про колокольчик. Вы можете написать свое мнение в комментариях об этом городе и бывали ли вы в нем. Но на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!